я был на боксерском матче. Это полная правда. А зачем Сережа-то нужен был? Сережа мне просто помогал. Он был рядом со мной. Ну, просто рядом со мной. Есть же секундант какой-то, да? Вот у меня было несколько человек. Вот один из них мексиканец. Угу. Вот Сергей. Таир рядом со мной стоял. Они помогали. И тебе нужно было просто продержаться? Нужно было просто продержаться? Или ты тоже удары наносил? Нет, я тоже наносил удары, но надо было бессмысленно мне бить человека, который меня просто убьет. А какого размера люди? Моего роста примерно. Что? Да, слушай, что нормально. Что? На боксе он был. А вот что на делаете? Ринге. Где он? На ринге. На ринге, он мне сказал, на ринге. Настя, что вообще тетю, какой ринг? Пускай он пока подумает, что он реально боролся с кем. Да, только а вдруг он за это время что-то с нашими вещами делал? Тест на что? А сейчас не признается, потому что знает, что он за это будет. Вот как с тобой. Ты будешь изгаляться надо мной? Я не буду. Ты думаешь, что он что-то сделал с вещами? А зачем он обмазал себя кровью? Он бы был бы на ринге, пришел бы, сказал, да, мне не попали, крови нету. А зачем реально тогда кроссовки? Ой, да, да, господи. Белла, принеси письмо. Я реально говорю, ребят. Белл, принеси письмо, пожалуйста. Я скажу так, я не сильно пострадал. Пожалуйста. Не сильно. Потому что я делал все, чтобы не бить. Понятно. Белла, ты можешь письмо принести, пожалуйста? Подожди, если бы я раз, то не знаю. Нет, ну ты посмотришь потом. Да какая разница? Дабл профессиональный боксер. Короче, я не пытаюсь... работал не важно, друзья, я не пытаюсь сейчас сказать, да, что вот я правильно. Там какой-то... Мы должны сказать только спасибо, Белла. Спасибо, Белл. Спортсмен, боксер. Спасибо, Белл. Я хочу письмо, пожалуйста. Ты оказываешься на чемпионате по боксу, да, тебе никуда не уйти, да? Огромная аудитория. Я выхожу, я как Джим Керри там бег, и он мне так бах через 10 секунд. Я получаю в нос затмение. Вот я понимаю, что все, трогать его вообще не надо, да? Я вот так вот держусь, просто пытаюсь хоть как-то продержаться, понимаешь? Так а зачем ты накапал мне крови? Можно узнать? Зачем? Чтобы мы тебя пожалели? А зачем ты так улыбаешься? Ты хочешь спровоцировать меня, что ли? Хочу узнать, что ты делал. Он, может, там захотел. А куда вы ездили? Куда вы ездили? Смотри, это краска, да? Вот эта вот краска, да? Короче, давайте, да, скажем. Вэл, куда ездили? Смотри, это краска. Все. Вэл, вы молодцы, 300 тысяч, ты молодцы. Умен. Вэл, ты куда умен? Ездили? Вот, смотри, смотри еще. Я ты верю, верю. Похоже на краску? Верю, кровь. Я просто кофе пошла и решили это выбрать. Да, какая? Вот. Да блин, да вы не понимаете, я не хочу сказать, какой крутой боксер. Да? Он молодец. Нет, не надо совершенно. Просто сам факт того, что вы встретили меня так, да? Я бабки принес. Вопросов никаких не должно быть. А вы развлекаетесь здесь просто. И более того, меня встречаете не совсем красиво. Я вам объяснил. Вот и все. А вы меня подстёбываете. Если бы кто-то из вас оказался в этой ситуации, ребята. Я бы бегала точно так же по рингу. Ты молодец. Мы все точно так же. Все ребята. Просто все хотят услышать, может, какую-то там другую историю. Нет, других историй нет. Ну все, это здорово. После того, как он мне заехал в Насяру, вот, а он уже понял, в принципе, какой я противник. Вот, и я просто бегал. Молил о том, чтобы быстрее вот этот вот гон был. Два раунда. Я после первого удара думал, все, я ухожу с ринга. Ну нафиг мне это надо, да? Раз по голове, второй раз. Звезду поймал, короче. Это сотрясение же все-таки мозга, так или иначе, да? Надо еще все-таки писать. Ну вот, слава богу. Вот, и потом, когда все закончилось, тот чувак такой, как бы вообще не понимает, что с ним сегодня произошло, да? Почему у него такой противник, да? Почему он его не бьет практически, да? Вот. И я поднимаю там руки. Говорите, какие были? Это трибуна. Вот там эта трибуна. Вэл, габариты какие были? Не, такой же, как он даже. Весовая категория какая? Вэл, как ты? Соточку весил? Чуть поменьше, да, где-то килограмм 90. Не тут. Что за бред, так не ставят, ставят такого же веса. Так и ВВЛ высокий. Что, по весу, не по росту. Ну, у него вес-то большой. Вы на бои ходили? Ну, там же определенный, да, Тимур? По весовой категории. А что? Это ж твой образ. Ну да. По-моему, классно. Это ж твой образ. А чья это работа? Коллективная.
А? Коллективное творчество. Ребята, выходите, пожалуйста. Кто первый? Нет, я серьезно. Я буду убивать сейчас. Кто первый? Начнем с девочек. Давай, я готова. Взять на себя ответственность. Беги, Вэл. Настя, выходи. Где Настя? Черт! Это не прокатит. Настя, выходи. Нет, а вот смотрите, вот не состыковочка такая есть, да? Я выиграл. Я выиграл бабки. Так. Я честно сражался. Моя жизнь была под угрозой. Я сделал благо для всего коллектива. И что я получаю после этого мужского боя, да? Клизма! Ну, может, клизма теперь. Нет, ребята, это не клизма, это надругательство просто над моим партнером. Но все пытались сделать клизму. То есть одну, почему ты есть тут, а клизмы нет. То есть какая это клизма? Ну, все во всех случаях. А что бы ты исправил в клизме сейчас? Там, шляпку одел? Я считаю, что это... Мы решили шляпу не трогать, может, она может быть... Это вандализм. Почему? Нет, я могу сейчас долго шутить, но я считаю, что это после тем более этого нет, события. Нет, это все стираемо и так далее. Мы решили, что если тебе не понравится, мне не понравится, хочу, чтобы вы стерили это все. Хорошо, сотрем. Не стерили. Спасибо. Серёж, все. Да не все понятно. Ты еще что, обижаешься? Да все классно. Ты меня чуть ли не отталкиваешь, начинаешь гладить. Да не отталкиваю, я тебя обнял и поцеловал. Кто тебя отталкивал? Я тебя не отталкиваю. Я уже сделала, короче, выводы МНАЛ. МХАТ на меня застал уже. Какой МХАТ? Блин, это люди все здесь уже привыкли к розыгрышам Вэллы и этому ничему не верят. Это реально было так. Все. Он что, просто так, что ли, нарядился боксером? У него профессионально замотаны руки. Если боксер, там, кто, Тимур, разбирается, пусть он посмотрит. Все, молодец вообще, красавчик, давай. В том же духе, давай, живи для коллектива, общайся с коллективом, я для тебя пустое место. Окей. Амин. Я буду так же себя вести. Скажи мне, я буду так же одна, как была. В чем причина обиды? Да что тебе пофигу, я тебя обнимаю, тебе все я равно. Я тебя обнял, поцеловал. Сделал вид вот так наотмашь, я с тобой разговариваю, и ты сразу перебежишь на других людей. Я, блин, рад за тебя, я хочу тебя поздравить, тебе да не меня надо поздравлять, его надо поздравлять. Я просто так с ним ездил. Я тут при чем? Я рада, все. Я увидела твое отношение к себе, все. Пофигу, окей. Я сильная, я все переживу. Не такое переживала. Человек, видишь, никто не слушает. Все угорают над ним, думают, что он юморит. Иди дальше, заступайся. Иди, я посижу вообще. Я вообще могу бухануть. Вилла, иди доказывай. При чем тут это? Правду. Я хочу просто людям доказать. Понимаешь? Видишь, ты мне врешь. Что значит вру? Да я вообще не вру. Ты актер, что ли, что, я не пойму? Я не актер. Ты хочешь со мной еще поиграть тут в игрушки в эти или что? Амин. На моих чувствах выехать или еще что-то? Да, получилось у тебя, да, получилось. Что влюбляюсь получилось? В тебя. Тут оказывается, блин, что-то эти стыковочки вообще, типа, на меня. Что значит? Круто. Ты не могла подождать 2 минуты, пока я поговорю с людьми? Да, давай, иди общайся со всеми, кроме меня. Ты не могла подождать 2 минуты? Я ты подошла, поняла. Поцеловала. Я увидела. Нет, потом я людям начал объяснять. Я увидела свою значимость для себя. Ноль. Окей. Все. Амин, это ненормально. Ну и все. Нельзя так реагировать на вещи. Что за бред вообще? Да, я вообще никак не буду реагировать больше, понятно? Нельзя так реагировать. Я сильная, я могу вообще... Нельзя так реагировать. Нельзя так реагировать на вещи. Это пустяки. На такие пустяки нельзя обижаться. Да все круто. Чересчур много требую внимания, все. Да при чем тут внимание? Ну, сейчас бы я объяснил и подошел к тебе, и поговорили бы, и поцеловал тебя, и все бы было. Да что ты? Ты что, не могла подождать 2 минуты? Да я так жила здесь, что я нервничала, если что. Короче, все, что тебе объяснять, блин? Бессердечный ты, вот и все. Бессердечный эгоист, конечно. Да, эгоист, да, бессердечный. Да, конечно, эгоист. Жесть. Да. Да, ты эгоист, а что нет? Нет, не эгоист. В чем я виноват, скажи мне? Да жди, поругай на меня. Ты реально как будто играешь тут? Каким потому образом? Что не играешь, каким, нет? Каким образом, скажи? Блин, я не первый раз замечаю просто, тебе пофигу на меня. Скажи мне, что я сейчас сделал обнимаю, так, что я виноват? Пофигу. Я тебя трогаю, обнял, поцеловал, пофигу. Потом начал людям объяснять. Да, я с тобой разговаривал, ты начал с другими людьми, блин. Не буду с тобой ругаться. Вообще не надо. Вообще не надо. Не общаться со мной, не разговаривать. Все. Что он тебе сказал? Я вообще ему, короче, не верю. Все.
потому что они сейчас рассказывают нам бредовую историю, где они были. Успокойся, малыш. Я как дур начинаю влюбляться. Ему пофигу, я вижу, что ему пофигу на меня. Я не думаю так. Правда. Это из-за того, что он вот так встретил. Слушай, представляешь, они договорились с Вэлом рассказать одну историю. Естественно, он хочет рассказать это. Посмотри на него, как он Вэла защищает. Мне понятно, на Вэла все, что происходит. Анюта, не нужно так из-за Сереги. Вот я тебе правду говорю. Ну не надо, все нормально. Я не верю ему, прикинь, вообще не вообще верю. Ни в одно слово? Или в эту историю? Вообще, в эту историю никто не верит. Я вообще ни во что не верю теперь. По одному такому поступку из-за какой-то, из-за какого-то испытания не судят человека. Много раз не замечала. Твое мнение. Сережа правду говорит? Нет. Нет? Врет? Да. Ты это потому что накручено уже думаешь? Или ты да, блин, это же прикол. Да? Конечно. Сережа не умеет врать. Я знаю, что он не умеет. Это бред, по-моему. Вэлл не хочет показывать письмо. Это вообще цирк. Дешманский вообще. Просто дешманский цирк. Это кровь а-ля, я не знаю, малиновое варенье у нас. Не, он из носа достает кровь, как будто бы. Да у него была с собой искусственная кровь, так скажу тебе больше. Да? Да. Так а ты что переживаешь? Я по-другому помню. Ты веришь? Если они хотят в эту историю верить, пускай верят. Мне просто бабки заработали. Мам. Нет, ребят, дело не в бабках. Я переживаю, вещах. Что вот такая же ситуация, как у Насти. Они порезали вещи, чтобы не ссориться с нами, и сейчас обманывают. Да ради бога все. Не ради бога. Мне одеть теплых вещей нет, элементарно. Я не возьмешь у меня? А ты мне сейчас давала? Мне не жалко, да. У меня есть. Сережа врет, но они такие правдоподобные истории рассказывают. Вообще реально. Да? Что я не могу понять, блядь. Что там Сережа делал. А что ты ноешь? Ну плачь. Что ты плачешь-то? Помень, что ты ноешь? Что он плачет? По личному. Ну, лично. Просто я переживала, что это вещи. Вот реально. Я очень... Да нет, бред. Хорошо, а где вещи, которые видела Снежана? Где они чистые, когда мы в комнате сидели? Где? Ладно, эти еще стираются, а те чистые, которые принесли. Блин, ну какая здесь связь? Вэл, Сережа рвут девичьи вещи. Они здесь. Я понимаю, одна из девочек бы это за всех девчонок решила. Наоборот. Рвать вещи наоборот. Или нет? Но а девочка парни? Не решила бы никогда рвать вещи, никогда бы ни за что. Ты бы решила порвать вещи? Да. Ты бы решила порвать вещи? Да. Чужие тоже? Просто мешок все, вещей. Вот тебе принесли жечь. Мешок всех вещей. Я его посмотрела на свои, фирму, да. Ты все равно, я бы не смогла. Вот у меня там платье все равно, которое стоит денег. Мне еще здесь жить, мне нечего реально одевать. Я бы порвала. Порвала бы все? За 30 тысяч? Конечно. Неужели пришла? А что это? Я вообще не видела, что ты плачешь? Видишь, я плачу? Где? Я бы лежала еще там на диване. Сережа там ругалась очень. Жестко. Ну что, из-за чего опять? Она сказала, что ты слишком красивая, а не слишком-слишком красивая? Нет. Я влюбляюсь. По-моему, ты это уже слышала? Сколько? Когда Серега пришел? Слышала. Говорила. Нет, это другая история. Все плохо. Мила, ты веришь? Да, конечно. Да, конечно. Почему не так? А почему Серега? Ладно, этот, он там актер. Там, да. Потому что Серега, когда типа Джексон пришел, типа он уехал, пришел в майке разорванный. Ну, та же краска. Не, ну, согласитесь, я только, он сразу заржал. Я только что Вэлла вот актер, нос не оттирается. Да у него малиновый он. Не, ну, ребят, ну, он, Серега сразу заржал. Смотри. Джексон. Слушайте, это бенефис Вэлла, это испытание для нас, выдержим мы его рассказ или нет? Я лично спою. А за что они 300 тысяч никого? Тебе не интересно? Что? Мне кажется, что... Ты вечно же резун? Да, новая версия. Погнали. Если ты понимаешь, как перемотаны эти штуки, ну, ты можешь... Перемотаны эти штуки. Тихо-тихо, что? Правильно, правильно они перемотаны или нет? Вообще. Да, все правильно. Правильно? Каждый нет. Палец обмотан? Да, через палец, конечно, и на кисть. У него же вот так перемотано. Да, вот так, вот здесь, нет, и через палец здесь. Нет, у него вот так перемотано.
А? Нет, вот нет. Мне тоже там показалось, что между пальцев у него ничего нет. Но нет, если он сам бинтовал, то, естественно, он неправильно забинтовал. Нет, по-моему, вот так перемотано. Ты? Сережа бинтовал. Да, блин, ну главное, как бы, слишком перемотки, как бы, кисть задержать, палец и нет, вот эту штуку. Нет, Серега, как он не умеет врать. Он ржет сразу. Серега прекрасный актер. Не надо. Ну, когда он ржет, он зашьется. Вчера он как мне сыграл. А Серега прекрасный актер. Как у меня показывают. Хорошо, а вы не думаете такую версию? Ржет, а когда надо серьезно? Да. Какую? Что все-таки чего-то там они сделали, там, не с вещами, с вещами. Но просто не хотят говорить. О, то же самое, вот у меня была версия такая, что что-то накосячили они, а рассказывать просто не хотят. Мол, ну, они же заработали деньги. Ну да. Не, ну смотря если как. Если это вещи, то за наш счет. Они по-любому не заработали, но почему-то не говорят как. Да хватит везде ведь подвох. Мне кажется, что ребята говорят правду. Просто решили немножко переиграть и измазались кровью. Мне-то вообще, ну просто когда девочки узнают, если их вещи испорчены или что-то не так, то это будет вообще не по кайфу. Да кому это надо? Испорченные вещи за 300 тысяч. Надо. Вэл, принес письмо? Вэл, зацепи письмо, пожалуйста. Принесу. А что вы хотите там увидеть? Ну, просто какое письмо? Принесу. Может, пускай где лежит, Оля сходит, принесет. Да, мой господин. Я целый день не ел. Посмотрите на Вэлла, посмотрите на Вэлла. У него реально краснота под глазами, нос. Я сейчас эксперимент уже проведу. Те, кто разбирается в крови. Смотри, да? Вот сейчас. Нет, Вэлл, ну видно, что нос красный. Привет. Это... Она была цвета другого. Фикция? Нет. Ну, это как фикция? Ты приехал с кровью. Так вы меня подкалываете, смотри. Это кровь. Вот это запекшаяся уже кровь. Молодец, это кровь, да. Молодец. Нет, ну дай, просто... дай девчонкам письмо и все. Ну, я хорошо, так скажу, я принесу. Завтра. Хочешь сегодня, мы возьмем и отмоем тебе губы. Да. Хочешь сегодня или потому завтра? Потому что... Хорошо, давайте сделаем так. Я пойду и буду изгаляться над каждым. Вы это обидело? Да. Обидела? Меня это обидело. Прости, Вэл. Мы просто не думаем. Мы просто тебе столько внимания уделили. Я хорошо, Вэл. Идея была не моя? Нет. Идея была не моя, но я ее поддержал. И я поддержал. Я так понимаю, что все поддержали. Нет, да? Не все. Не все. Мила не поддержала, Снежана не поддержала. И Кэт не поддержала. Катрин поддержала. Я очень красиво рисовала смоки. Но она ничего не делала. Правда, Вэл. Я стояла, вырисовывала. Оно оттирается все? Да, это все оттирается, Вэл, не переживай. С краской, наверное. Там приезжай сюда, я думал, меня встретят по-другому просто. Вот. Мы встретились, я знаешь... Ты победил! Вы, мы так встречали! Да, действительно! Мы сделали такую шутку, ты послушай! Вэл, тебя здесь не было, мы вещали от того, что мы выиграли 300 тысяч рублей! Во-первых, это Рената Литвинова, а не клизма. Да, вот если бы не было искусственной крови, то вообще по-другому, вы просто переиграли вот с этой искусственной кровью. Но Сережа уже сказал, что вы накапали искусственной крови. Ну, Сережа сказал. Бред какой-то полный. То есть, да. Он Сергей. Нет, он не сказал, может что это цвета Сергей от шлема. Да? Сергей сюда. Сережа, он мне сказал, что для более... он сказал, что перед выходом они накапали. Сергей! Где Сергей? А куда, и вы, куда вы ездили? Спускайся, уходи. Мы в Пуэрто прям? Да, мы поехали в Пуэрто-Ваярто. Ты еще хотел спросить. Там, блин. Вот этот бойцовский, да? Да. Дядька намного там больше. Там случайно туда? Ничего про да. Вещи девочек он очень сильно не говорили? Ну, да. Сильно бил? Это правда? Да. Я же тебя что, не видишь, мы на что? Пока нормально. Не, красный. Не, уши пьет. Смотрите, подухать глаза. Да какая надо красная? Я не буду, я, знаешь, меня там, я сражался, меня там ударили, да я выстрел. Нет, мне эти регалии не нужны. Сам факт того, что... Ты вышел на бой. Там профессионал, вот и все. Мы просто уже подумали, может быть, ты там потому, вещички видел. Таир, 300 тысяч. 300 тысяч, я говорю, понимаю. И Таир, если доктор зло это такой, все да? Прыгает. А он со смешкой, ну что? Твои образы смелые, да? Окей, вот получай, пожалуйста. Вэлла, ты покажи, никогда не какой дрался. Ты есть на самом деле. Никогда не дрался в жизни. Почему дрался? А сколько нужно было минут простоять? Просто там без вариантов, сколько понимаешь? Сколько было минут простоять? Минут сколько? Четыре минуты. Два раунда по две минуты. Вэлла, при каких обстоятельствах ты мог проиграть? При любых. Один удар он проиграл. Смотри, вот если бы он не удар бегал. Прилетел, да, больно, да? Да, если бы он бы не бегал, реально он больно. Проиграл. Я понимаю, что... Вэлла, я тебя била больнее? Нет. Ну, расскажи. Никто мне так, вот как там ударили. Если тебя в нокаут отправили, это значит, ты проиграл бы, правильно, Белл?
Если никто, я отправил нокаут, значит, никто, ты проиграл. Никто так сильно Амина, взгляд. Не бил. Слушай, вопрос. А если бы ты знал, что ты едешь на бокс, ты бы все равно Серегу взял? Нет. Нет? А кого бы ты взял? Взял меня. Кого-нибудь, кто разбирается. Тимура. Насчет Милы опять. Ну, Тимур. Ну, Мин, ну не хочу. Две секунды, пожалуйста. Не хочу, я знаю. Вот, ты будешь поддерживать Милу, не будешь поддерживать. Одно и то же. Нет, да не в этом дело. А что? А что у вас произошло? Что произошло? Что произошло такого, что... Я человеку иди, сказал. Вот я ушел. Все. Только за это? В смысле? Думаешь, это слово, это как бы это вообще фигня? Ой. Для тебя это как бы... Что, это фигня, типа? Мне надоело вот это... Ну, вообще друг друга, извини меня за выражение, по-разному. Что? Вы оскорбляете друг друга, дай боже. Слушай, ну я не крою ее матом, как изначально она меня кроет. Естественно, когда она мне начинает как бы лить грязь, что мне делать? Ударить ее, чтобы успокоить? Поговори, скажи, мне не нравится это. Что не нравится? Такое отношение. Поговорить неадекватно, нормально. Я адекватно дурочка. Не раз разговаривал. Она все равно позволяет. Она нажирается и позволяет себе одно и то же. Одно и то же всегда. Она ведет себя реально. Я просто говорю, она, в принципе-то, неплохая, но у нее есть такая тема. Она думает, что вокруг все вот ее должно крутиться, и если она делает, то это нормально. То есть она может тебе леща дать по пьяни, и на утро сказать, а что такого, и улыбаться. То есть для нее как бы нет, не существует каких-то рамок такого уважения к другим людям. Ей кажется, это вполне нормально. Если Тимур как бы не дает, вот значит, я, например, не даю то, что она хочет, она начинает как бы беситься и начинает, у нее вот это играет. Какого хрена, это же я Мила блю. Самое красивое в мире, я не знаю, как он представляет себя. Я сам говорю, слушай, не хочешь позаниматься со мной, скинуть немного хотя бы? А что, у меня все клево. Даже вот такие мелочи, я просто задаю вопросы целенаправленно. Послушай, что она ответит. Человек думает, что он как бы, ну, я же. Она уверена в своей победе, я хочу выиграть. Там такая. Я просто порой, знаешь, мне даже язык не поворачивается сказать, я должен выиграть. Как такое можно сказать? То есть я если... Я тоже считаю, что я тоже, знаешь, достойна победы. Достойна, но не должна. Это разная вещь. Просто как бы я... Все равно, видишь, опять же, я просто отходчивый, она пользуется этим. То есть она сосит как бы, а потом... Говорю, я никогда в жизни так вот не бесился, как здесь. Я считаю так. В первую очередь женщина ставит себя. Тихая, скромная женщина. Как я могу ругаться на тихую, скромную девочку? Если она вот, знаешь, это представь, как это бы смотрелось. Девушка, женщина молчит и вдруг заплачет, а человек будет ее крыть, что ли, или как это получается? Ну, знаешь, прикинь, скромная, без мата, без всего, без этого хабальства. Ты думаешь, что нашелся бы мужчина, который бы крыл бы просто так? Ну, ты объясни, что мне не нравится, мне не подходит. Я думаешь, не говорил. А я не говорил, думаешь? Она считает, это ты меня оскорбляешь. Ты не говоришь, что наезжаешь на нее, наверное. Да, я не наезжаю, я сто раз это высказывал, и в тихом, и так, и сяк. Она даже один раз выслушала, но после этого все равно это продолжилось. И в выборе, если будет Мила и ты, я тебя выберу. Чтоб ты знала, мне все равно. Как это будет смотреться? Я сужу по человеческим каким-то качествам.